присутствующих с юбилеем поздравляют ученики школы номер 13. Их образовательная организация 28 декабря отметила свое 85-летие. Поэтому я от души поздравляю вас с вашей серьезной датой, чтобы следующие 85 были не хуже предыдущих 85. Самое главное – здоровье. Берегите себя в столь непростых обстоятельствах. Пусть у вас будут чудесные выпускники, которые будут прославлять город и вашу школу. Ну и мира, добра, благополучия. С наступающим вас Новым годом, с юбилеем вас! Праздничную программу украсили выступления учеников школы. Для зрителей они подготовили разнообразные номера. Например, кадетский вальс. Коллектива образовательной организации также выступили выпускники. Приятный подарок для более 100 педагогов школы и, конечно, ее директора Юлии Тумановой. Но несмотря на то, сколько исполнилось лет в нашей школе, она всегда остается молодой, потому что ей всегда 16 лет. Начиная именно столько лет проходят ученики в нашей школе, начиная с полутора лет нашего прекрасного дошкольного отделения и заканчивая последним звонком в 11 классе. Большой юбилей школа номер 13 встречает дружным коллективом, благодарностью от родителей и учеников.